Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы абсолютно на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте срочное предупреждение вам о каких-то скорых событиях. Давайте смотреть. Какие-то волнения, переживания у вас будут скоро. О чем? Смотрите. Какой-то ситуации из прошлого. Ситуация касается, либо это могут быть юридические вопросы, судебное разбирательство. Юридические вопросы, например, в сфере работы, да, там могут быть какие-то юридические нюансы. Вот, например, незаконное увольнение, там, незаконное снятие каких-то обязанностей, перевод с одной должности на другую, там, меньше, да, с понижением. Ну, много там тоже своих нюансов. А вот, либо это может быть судебное разбирательство, естественно, либо вопросы какие-то из прошлого по документам или по недвижимости. Но они вот в процессе решения, то есть я не могу сказать, что вот в скором будущем они прям решатся. У вас будут волнения из-за того, что эти вопросы как бы снова начнут решаться, или как бы это дело снова поднимут, да, или продолжение этого дела, да, которое вот началось ранее. А вот, и здесь вам поэтому такое предупреждение, что вы будете волноваться. Вот, поможет вам в этом, смотрите, в решении этих вопросов женщина. Женщина, у которой рыжие или белокурые волосы, такие светлокарие или серые глаза, активная, целеустремленная, жизнерадостная. Вот, женщина может быть работник официальных органов, юрист, адвокат, судья. Вот, ну или еще какая-то женщина, зависит от того, чего касается вопрос. Также могут быть вопросы по долгам, конечно же. Вот, да, вот, скорее всего, документов. Также может быть еще какой-то поездки или переезда могут касаться здесь вопросы. Например, оформление вида на жительство, оформление визы для выезда за границу. Да, то есть, да, вот вопрос по документам здесь идет даже ярче, чем судебное разбирательство. Но, тем не менее, и то, и то.